Здравствуйте, с вами новости телеканала Сампа ТВ 360 в студии Эдуард Туры. Вот главные новости на сегодня. Это действительно большая беда и повод для того, чтобы почтить память погибших и задуматься нам о ответственности коллективной. Петрозаводске почтят память погибших на пожаре в Кемерово. Они могут прямо здесь подать заявление через личный кабинет, отсканировать свои документы. Поэтому не нужно будет стоять в очереди или записываться. В Петрозаводском управлении пенсионного фонда рассказали, как пользоваться информационными технологиями. Каждые выходные многие-многие тысячи наших жителей активно занимаются пропагандой физической культуры и спорта. Спорт в тренде. В мэрии подвели итоги самых заметных спортивных мероприятий этой зимы. «28 марта объявлено общенациональным днем траура по погибшим при пожаре в городе Кемерово. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Трагедия унесла жизни 64 человек. Большая часть из них – дети. Некоторые карельские организации в знак солидарности решили отменить свои мероприятия еще до выхода официального указа. Так, Союз театральных деятелей Карелии перенес «Онежскую маску» на 2 апреля. А Карельская филармония отменила концерт «Рок-хиты 70-х». Его перенесли на пятницу. Солидарность выразила и городская администрация. Я, безусловно, поддерживаю планируемую акцию памяти, которая завтра будет намечена на набережной. Буду принимать участие, потому что это действительно большая беда и повод для того, чтобы почтить память погибших и задуматься нам о ответственности коллективной. Петрозаводск и вся Карелия скорбят вместе с родственниками и близкими погибших в Кемерово. И в карельской столице на набережной решено провести акции памяти 2 дня подряд. С такой просьбой в мэрию города обратились городской совет ветеранов и офицеры России. Уже сегодня горожане к ротонде несли цветы и зажигали свечи. Все неравнодушные могут прийти сюда же завтра к 18 часам. Торговые центры Карелии на предмет соблюдения требований пожарной безопасности проверяли в последний раз в 2015 году. Следующая проверка должна была по плану состояться лишь в 2019. Однако в связи с трагедией торговые центры осмотрят уже на следующей неделе. Об этом на совещании с руководителями объектов заявили сотрудники Центрального управления в кризисных ситуациях. Подробнее расскажет Юлия Кучеренко. Из 36 торговых центров республики в 3 выделены детские зоны. Это крупные центры Петрозаводска – «Лотос Плаза», «Макси», «Тетрис». Их будут проверять уже на этой неделе. К осмотру готовы и в районах. Специалисты доложили о готовности по видеосвязи. Нарушения, скорее всего, будут обнаружены. И в 2015 году при последней проверке не все требования пожарной безопасности выполнялись. Основными нарушениями является нарушение по обслуживанию систем противопожарной защиты. Это сигнализация, система оповещения, дымоудаления и внутренний водопровод. Нарушение порядка содержания эвакуационных путей и выходов. Непрохождение обучения в области обеспечения пожарной безопасности. Одним из элементов преступной деятельности в Кемерово было незнание, неумение и халатное отношение к своим обязанностям работников вот этого торгового центра. 294-й закон предписывает проверять предпринимателей раз в 4 года. Плановая инспекция торговых центров Карелии была запланирована на следующий год. Правда, Сергей Шугаев считает не в чистоте проверок дела. Инспектор не может поддержать безопасность подобного здания, объекта в постоянном. Не может. Он приходит с периодичностью, и неважно, с какой периодичностью он приходит, раз в месяц, раз в год или раз в 4 года. Вся ответственность лежит на руководителе, это первое. На дежурном персонале, это второе. И не может руководитель или собственник объекта управлять объектом из Австралии. Не может. Он должен жить здесь, он должен руководить, он каждый день должен быть на объекте. Тогда он будет видеть недостатки. Тогда он будет принимать меры по их устранению. Юлия Кучеренко, Александр Борисов, Сампа ТВ 360. Петрозаводский городской суд начал рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере. Напомним, та трагедия произошла 18 июня 2016 года, когда группа из 47 детей, отдыхавших в лагере Сямозера, отправилась в водный поход под руководством Вадима Виноградова, ныне одного из фигурантов дела, и попала в шторм.
В результате одна из лодок перевернулась, и 22 ребенка оказались в воде, 14 детей утонули. По версии следствия, Виноградов знал о непогоде, но принял решение продолжить поход, руководствуясь указаниями директора Елены Решетовой. Ее и заместителя обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и оставлении в опасности детей. Фигурантами уголовного дела также стали экс-руководитель Карельского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и его зам Людмила Котович. Их обвиняют в халатности. Решетова и Виноградова не единственные лица, которые привлечены к ответственности за последствия своей халатности. Привлечен к уголовной ответственности также ряд московских чиновников. И уголовное дело завершено расследованием. Дело будет, скорее всего, слушаться Басманным судом города Москвы. К другим темам. По сообщению Пенсионного фонда, в 2017-м россияне получили 5,5 миллионов государственных услуг с помощью личного кабинета. Это в два раза больше, чем в предыдущем году. Самые востребованные направления – подача заявлений на доставку пенсии, а также информация о пенсионном обеспечении и об установленных социальных выплатах. Наша съемочная группа посмотрела, как пользуются информационными технологиями и в Петрозаводском управлении. Добрый день. У нас в управлении стоит терминал, который позволяет, не посещая специалиста на приеме, получить справки о выплаченных суммах. Руководитель клиентской службы Нина Либман знакомит посетительницу управления с возможностями информационных автоматов. Самостоятельно получить необходимые документы, ознакомиться со справочной информацией и даже оставить отзыв о работе специалистов письменно или устно. Для этого в автомате встроена видеокамера. Можно напечатать, а можно речевое голосовое сообщение оставить. Общение с информационными сервисами посетителей управления давно не пугает, привыкли. Сенсорные экраны сопровождают нас повсюду. Когда деньги с карточки берешь, тоже практически такой же терминал. Привычным стало и так называемое обращение за госуслугами, не вставая с дивана. Для тех же, у кого дома нет персонального компьютера или сети интернет, удобно будет воспользоваться установленными в управлении информатами. Они могут прямо здесь подать заявление через личный кабинет, отсканировать свои документы. Поэтому не нужно будет стоять в очереди или записываться. На сегодня, по информации Республиканского пенсионного фонда, только в управлении на Лыжной ежедневно обращается порядка 250 граждан, и 98% из них с помощью электронных сервисов. Светлана Воробьева, Сергей Беляев, Сампо ТВ 360. За поведением водителей будут следить. В Карелии началась операция «Федеральная дорога». Сотрудники госавтоинспекции будут смотреть за тем, как автомобилисты соблюдают правила дорожного движения на трассах федерального значения. По данным ГАИ, в этом году на этих дорогах случилось 33 аварии, погибли 8 человек, почти полсотни получили травмы различной степени. Сотрудники ведомства отметили, что чаще всего аварии происходили во время обгона и нарушения скоростного режима. Операция продлится до 10 апреля. А вот и коротко другие новости этого дня. Официальный сезон мероприятий на фонтанах закрыт в минувшие выходные, но мы еще покатаемся, заявил руководитель городского управления физкультуры. По данным спортивного начальника, более 110 тысяч жителей Петрозаводска в 2017 году активно занимались спортом, а это порядка 37% от всего населения карельской столицы. В мэрии подвели некоторые итоги самых заметных зимних спортивных мероприятий города. Подробности у Анжелы Маркевич.
На всю страну Петрозаводск прославился с самого начала года 2018-го, когда горожане вышли на акцию «Побегай 1 января». Более 200 человек бежали на стадионе «Юность» и на фонтанах, с удовольствием преодолев после новогодней ночи 2115 километров. Карельская столица по итогам общероссийской пробежки заняла второе место, уступив лишь Москве. Не менее популярное мероприятие у петрозаводчан «Лыжня России» она собрала 10 тысяч участников. А в рамках фестиваля «Зимние фонтаны» в общей сложности в этом сезоне прошло 35 соревнований. Дней, в которых только официально поучаствовали под 1000 горожан. Масштаб участников и количество участников, оно значительно шире. Очень многие у нас занимаются скандинавской ходьбой, даже на велосипедах приезжают на фестиваль, участвуют, гуляют с семьями. То есть каждые выходные многие-многие тысячи наших жителей активно занимаются пропагандой физической культуры и спорта. Отметили в мэрии и другие пробеги, марафоны и полумарафоны, которые пользуются популярностью у жителей карельской столицы. А фестиваль «Карелийский фест» и вовсе назвали визитной карточкой Петрозаводска. В этом сезоне удалось все. В целом, по итогам проведения фестиваля зимних видов спорта Союза городов, многочисленные гости высоко оценили организацию большого спортивного мероприятия и особенно отметили качество спортивных объектов, на которых проходили соревнования. Это два наши объекта. Один из них республиканский, это республиканский центр «Курган», и наш муниципальный комплекс «Луми». Теперь горожан ждет Петрозаводский марафон, который пройдет по Онежской набережной и набережной Варкауса. Но случится это уже в рамках летнего спортивного календаря. К массовому забегу приглашают 2 и 3 июня. Анжела Маркевич, Владимир Волотовский, Сампа ТВ 360. И еще о спорте. Минувшие выходные жителям Петрозаводска рассказали, как заниматься скандинавской ходьбой правильно. На стадионе «Юность» прошла 3-я открытая тренировка «Скандинавское утро». Туда пришли более 70 человек разного возраста. Участвовали и новички. Для тех, кто ни разу не держал палки в руках, провели мастер-класс. Также гостям предлагали горячий чай и угощение. Мы занимаемся здесь, обучаем желающих правильной техники. Скандинавская ходьба очень полезна, особенно для людей уже среднего возраста, старшего. Молодые это найдут себе увлечение как бы по душе. А вот в этом возрасте уже как бы вот ходьба, она то, что нужно. Ремонт дворов по проекту «Комфортная городская среда» могут начать в ближайшее время. Об этом на встрече с журналистами рассказала Ирина Мирошник. В Петрозаводске за 16 дворов победителей примутся, как только позволит погода. У нас готовность уже будет в апреле, но если погода заставит подождать, то это будет май-июнь. Однозначно за летний период мы справимся с такими объемами, потому что в прошлом году мы отремонтировали за эти сроки 80 дворов. И, собственно, это обозначает потребность реальную города Петрозаводска. Также градоначальница рассказала о том, что Петрозаводская администрация запросила у Министерства строительства дополнительные средства, чтобы отремонтировать больше объектов. Кроме того, если муниципалитеты не будут справляться с освоением средств, их также передадут карельской столице. В прошлом году по программе удалось отремонтировать 80 дворов, и в этот раз город мог бы освоить гораздо больший объем финансирования. Тем более, что потребность в этом есть. Жители Петрозаводска подали заявки на ремонт 193 дворов и 62 общественных территорий. Деньги при этом получат лишь 16 дворов и 3 общественные территории. Напомним, на 2018 год из федерального и республиканского бюджета в Петрозаводску пока выделено порядка 35 миллионов рублей. И это все новости на сегодня. С вами был Эдуард Тур. До встречи.